Дело было вечером, делать было нечего. Я пошла к себе в библиотеку и обнаружила целую полку DVD-дисков. Ну, во-первых, конечно, я многое оставляла себе на память. Вот, например, «Попса». Это где я в эпизоде «Вечера на хуторе близ Диканьки». А тут... Смотрите, вот сейчас, подождите, сейчас достану, чтобы на башку не свалилось. Вот такие штучки, в которых упакованы DVD. Меня очень многие уговаривали к чертовой матери выбросить из дома и DVD, и все диски. Но я, не знаю, что-то во мне срабатывало, я все это оставляла. Посмотрите на мое сокровище. Любимые фильмы. Значит, если в ковид... Я говорила всем, что займусь туалетной бумагой, но сейчас, ребята, я займусь прокатом DVD. Welcome.